Это не так, Андрей, вы же сказали, что вы там будете. Я пошел. Нет. Я пошел вдоль обочины вас. Теперь отменяем здесь. Нет, я вот это даю. А это как бы сохран. Да? Не, там получается как раз вот на угол. Да? Точно, да? Точно. Так. Теперь вот ты, может быть, поближе уже сам. Стоп, 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 стоп. Вот вслух, если можно, вслух, прочти самую последнюю страницу. Только погромче, а то ты далеко стоишь, чтобы вот там. Там самая последняя, да? В легитимной линии я вижу такую определенность для меня. Кабаков — монастырский лидер. То есть, я сознательно всегда выступал как ученик Кабакова. А потом Лейдерману была передана сознательно, без эмоций с моей стороны, преемственность некого продолжения некой традиции, как это принято в разных монашеских общинах. Разница именно в этой некости, потому что не так просто определить, что это за продолжение и что это за традиция, хотя можно и много говорить об этом. Вероятно, это неполная определенность и отличает религиозную школу от эстетической. Можно сказать, что это продолжение некого вегетирования, прегнантного вегетирования в дискурсе московской концептуальной школы, рефлектирования крупных блоков, объект, акции, инсталляции, вообще текст. А я как незаинтересованное лицо, бы с позиции внешнего наблюдателя, хочу тебе задать еще пару вопросов. Я должен отвечать здесь стоя. Да. Первый вопрос. Насколько, на твой взгляд, правомерна такая каноническая линия Кабаков — монастырский лейдерман? Я думаю, что она правомерна может быть, не в фактическом плане, или, во всяком случае, в фактическом плане только отчасти. Но она, мне кажется, правомерна в неком параноидальном плане. Потому что точно так же, как мы говорим, скажем, о некой общности людей, которая фактически, может, и никогда не существовала, и сейчас уж точно не существует, но мы говорим о ней как об общности, как о номе, как о круге мани. Почему? Потому что это не фактическое положение дела, а это просто дает некую такую параноидально-личную, что ли, энергетику каких-то эстетических движений. Ну и мне кажется, что вот точно в таком же смысле можно говорить об этой линии. Угу. То есть это что-то подобное термину нома. Это к фактологии имеет относительное отношение. А здесь, в этой тетради, приведен лишь небольшой кусок из письма Андрея ко мне. И дальше он там описывает еще другую линию отношений в номе. И он называет ее скандальной, приводя там пример эпизода его отношений с Алексеевым, с Кизевальтером, со мной и так далее, и так далее. А что ты можешь по поводу этой скандальной линии в номере рассказать? Вот, я думаю, что эта скандальность, она действительно существует, и как раз скандальность, она что ли проецируется по вот этой линии, которая была намечена Андреем, но опять-таки с некими искажениями. Во всяком случае, я помню, что где-то с полгода-год назад, когда вот начались такие мои скандальные отношения с Пашей, то я отчасти проецировал на них отношения Андрея с Никитой, но при этом скорее Паше я отводил роль, так сказать, аналога Андрея, а себе роль аналога Никиты, хотя как-то трудно объяснить почему. Вот, то есть мне кажется, что по вот этой искаженной, то есть вот эта скандальная линия, это что такое? Это как ряд таких зеркал, кривых зеркал, которые стоят вдоль вот такой параноидально-традиционной линии. И в них тоже происходит отражение вот этих скандалов. А еще последний вопрос. Я еще хочу вернуть к позиции Алексеева. Любопытно, что его тогдашняя позиция сейчас продолжает новые критики в Москве, которые в довольно резких скандальных интонациях оценивают традиционность в номе как отжившее сектантство. А к этому у тебя есть какие-то свои наблюдения и суждения?
Ну, мне просто кажется, что это сравнение здесь, оно не совсем правомерно. Почему? Потому что вот этот, как бы, такой скандально-критический пафос, допустим, который шел через, скажем, Никиту и вот эти дела, это был как бы пафос внутри Номы, внутри этой секты. Это как бы там как разборки между, я уж не знаю, южной ветвью буддизма и северной, или с чем-то, южный чань и северный чань, или чем-то в таком роде. А вот та критика, как бы такая молодежная, которая сейчас происходит, она как бы идет уже как бы извне этого круга. То есть это, в общем, критика людей, которые находятся по отношению к этому кругу, как бы в полосе, в общем, как бы невидения и незнания. Точно так же, как вот существует вот это поле, как бы невидения, скажем, этих ангаров. Вот. Ну и в этом смысле мне кажется, что их критика, она мало конструктивна, поскольку как бы она вызвана неким неведением. Хотя, может быть, то, что я сейчас говорю, это опять-таки некое с неких буддистских традиций. То есть как бы неведение у заблуждающихся и как бы некое ведение у правоверных. Спасибо. Такую речь я слышал однажды. Победоносный пребывал в Раджагрихе на Орлиной горе Гритхракути с большим собранием монахов Бхикшу и великим собранием Бодхисаттв. В то время Победоносный погрузился в самадхи, именуемый «Глубокий блеск». И в то же время Арья Авалокитешвара, Бодхисаттва Махасаттва, практикуя созерцание глубокой мудрости, выводящей за пределы, увидел, что 5 скандх по природе своей чисты и пусты. Тогда, побуждаемый магической силой Будды, почтенный Шарипутра спросил Бодхисаттву Авалокитешвару: «Те сыновья и дочери из хорошей семьи, которые захотят практиковать глубокую и запредельную мудрость, как они должны изучать?» Бодхисаттва Махасаттва Авалокитешвара ответил почтенному Шарипутре: «О Шарипутра, те сыновья и дочери из хорошей семьи, которые желают практиковать глубокую и запредельную мудрость, должны созерцать и увидеть вследствие этого, что 5 скандх по своей природе пусты. Форма есть пустота, пустота и есть форма. Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо формы. Также и чувства, различающие мысли, энергии и сознание, пусты. О Шарипутра, поэтому все дхармы пусты и лишены признаков, не рождаются и не исчезают, не загрязнены и нечисты, не увеличиваются числом и не уменьшаются. О Шарипутра, поэтому в пустоте нет формы, нет чувства, нет различающей мысли, нет энергии, нет сознания, нет глаз, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума, нет видимого, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет дхармового элемента. Нет тхату видения, нет тхату сознания. Нет неведения, нет прекращения неведения, нет старости и смерти, нет прекращения старости и смерти. Подобно этому нет страдания, нет возникновения страдания, нет прекращения страдания, нет пути прекращения страдания, нет мудрости, нет достигнутого и нет недостигнутого. О Шарипутра, в соответствии с этим для бодхисаттв нет достижения. Опираясь на эту глубокую и запредельную мудрость и пребывая в ней, они не имеют препятствий омраченности, и уйдя от заблуждения, они достигнут полного освобождения нирваны. Опираясь на эту глубокую и запредельную мудрость, все Будды 3 времен достигли наивысшего и совершенного полного просветления. В соответствии с этим мантра запредельной мудрости – мантра великого знания, наивысшая мантра, уравнивающая неравное, мантра, полностью успокаивающая все страдания, неложная, должна быть истинно познана. Мантра запредельной мудрости такова: «Ом гата гата парагата парасамгата бодхисваха». О Шарипутра, так бодхисаттвы махасаттвы должны практиковать глубокую запредельную мудрость. В этот момент Победоносный вышел из своего самадхи и выразил одобрение Бодхисаттве Махасаттве Авалокитешваре. «Прекрасно, прекрасно, сын из хорошей семьи. Именно так, подобным образом, как ты это и проповедовал, нужно практиковать глубокую и запредельную мудрость. И этим доставишь радость всем тадхагатам.
Так сказал победоносный. И почтенный Шарипутра, Бодхисаттва Авалокитешвара, все монахи, бывшие вокруг, боги, люди, асуры, возрадовались словам победоносного и восславили его проповедь.